В концертном зале имени Прокофьева романсы и песни из репертуара Изабеллы Юрьевой в концерте «Очи черные». Атмосфера, стиль и лучший женский голос сибирской романсиады Екатерина Берсенева. Айда, культурица! Какая же будет атмосферка на концерте? Я думаю, атмосфера на концерте будет еще романтичнее. Вот будет выпущен аудиодиск с песнями. Екатерина, кому достанутся первые три копии? Коварный вопрос с вашей стороны, Эмилия. Я думаю, тем, у кого есть аудиопроигрыватель. Ну, может, тем, кто очень любит романсы. Екатерина! А кого вы, помимо эстрадного ансамбля под управлением Антона Бугаева, ожидаете увидеть на концерте? Мы будем с большим нетерпением, ожиданием, трепетом и волнением ждать зрителей на концерте. Антон, позвольте вас в столь романтичной атмосфере спросить, как вам работалось над аудиодиском с Екатериной Берсеневой? С Екатериной работать прекрасно, потому что она профессиональный вокалист и может петь разную музыку. Если бы вы встретились с Изабеллой Юрьевой, что бы вы сказали ей об Екатерине? Я бы предложил послушать то, что у нас получилось, потому что у нас получилось по-другому. А еще бы я ей обязательно сказал, что пианист, который аккомпанировал Изабелле, он просто восхитителен. И Екатерина в один момент попросила меня какие-то вещи повторить оттуда. Я сначала послушал, подумал, что это будет не просто сделать, а потом понял, что это кладезь. Черные. Сюжет черно-белый, культурица очарована, впечатления будут яркими. Да почему такое? Все атмосферу испортили. Такой сюжет был, а, красивый.